Здравствуйте, 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 дорогие подписчики и гости канала. Улица Независимости 55/1, жилой комплекс Каштановый. Посмотрим с вами однокомнатную квартиру. Строительная компания «Стел» застраивала этот жилой комплекс, осваивала этот земельный участок. Как обычно, рассказываю про локацию, про место расположения, и только потом у вас будет возможность посмотреть уже нашу саму квартиру. Итак, по месту расположения. Сам комплекс включает в себя 6 домов. Вот они, красавцы. Любите друг друга, любите свой город. Про сам жилой комплекс, наверное, все вам рассказал, показал. Еще немножко кадров благоустройства придомовой территории. Повторюсь, впечатления приятные данный жилой комплекс вызывает. Разве что, повторюсь, возможно, существуют некоторые проблемы с заездом и выездом в этот жилой комплекс в часы пик. Часы пик, подчеркиваю, в 10 утра сейчас мы ехали, вообще никаких проблем. Ну все, все, друзья. Давайте уже квартирку смотреть. Здесь вам все рассказал и показал. Планируете переезд в Воронеж? Воспользуйтесь услугами нашей компании. Покупать недвижимость с нами выгодно и безопасно. Заполняйте анкету-заявку под этим видео. Так, у нас второй подъезд. Вижу камеру видеонаблюдения. У нас подъезд как раз-таки отсюда со стороны СКС «Лада». Да, вот там у нас СКС «Лада». Где вы можете купить себе «Ладу»? Наверное. Но это не точно. Я не знаю, есть они сейчас в наличии или нет. Потому что я слышал, что что-то тольяттинский завод остановился, линии остановили. Может, опять запустили, не знаю. Ну, это так, болтовня. Болтовня. Где наш подъезд? Смотрим сразу с вами, как здесь с детьми. Да нормально, пандусы нормальные, заехать можно. Так, смотрим с вами подъезд. Два лифта у нас. Так, друзья, давайте, наверное, начнем не как обычно, не из квартиры, не от входной двери, а начнем с тамбура. Давайте я вам тамбур покажу. Тамбур у нас на две квартиры. Вот такого плана. Вот такой у нас тамбурок. Входная дверь, откуда мы пришли, собственно говоря. И вот такой вот здоровенный тамбур. Вот здесь, наверное, тоже неплохо было бы свет сделать, световую точку. А так места, видите, достаточно, чтобы здесь что-то еще разместить. Велики, коляски, какие-то, не знаю, ватрушки, вот все, что хотите. Рядом с нами двушечка, двухкомнатная квартира, семья хорошая. Папа, мама, ребенок. И вот наша однушечка. Ох, зеркало, видите, какое в тамбуре висит. Выходя на работу, нужно обязательно посмотреться, а как же я выгляжу. Все ли со мной в порядке? Итак, теперь мы, собственно говоря, про квартиру. Отделка у нас от застройщика. Все от застройщика, ничего не делали. Вот с такой отделкой «Стел» сдает свои дома. Линолеум. Вот такие обои веселенькие. Ну и вот такая планировка. Давайте с нее начинать. Ну, я, как обычно, люблю раздаривать хозяйскую мебель, поэтому я вам все в этой квартире дарю. Все, что здесь увидите, все мы вам готовы оставить, подарить. Все входит в стоимость нашей квартиры. Ничего дополнительно платить не нужно. Так, вот это тут, конечно, косячок присутствует. Я бы, наверное, каким-то коробом вот это все прикрыл. Я бы вот это прикрыл, конечно, чтобы глаза эти трубы не мозолили. Ну, каким-то небольшим, да? Здесь места достаточно, в принципе, какой-то короб можно небольшой сделать гипсокартоном.
И вот эти вот трубы прикрыть, чтобы они тут не мешались. Какой-то лючок оставить вот для этих вот кранов. Да, мебель может быть не бог весть какая, да, но на первое время может быть, да, если вы переезжаете из другого города, то на первое время вам пойдет. Либо квартира подойдет для сдачи в аренду. Вот такая вот прихожечка, сразу вам показал. Так, тут в принципе места достаточно, я думаю, что можно какой-то нормальный шкафчик сюда поставить, выкинуть эту прихожку, да, и поставить какой-то вот шкафчик купе. В принципе, углубление такое есть. Единственное, ну, до счетчика вам каждый день лазить не нужно, будет раз в месяц показания снять. В принципе, ничего страшного, что вы его прикроете. Сразу, так, общая площадь у нас 42,4. Сразу слева от входа у нас санузел. Это все, повторюсь, отделка от Стелла. Вот такие вот двери. Натуральные. Плитка на полу. Туалет. Унитаз, да? Ванна. Раковина. Все от Стелла. Здесь стены покраска. Конечно, нужно будет свою плиточку вложить. Стиральную машинку вам, ну, как обычно я это делаю, дарю. Останется. А так здесь, в принципе, места достаточно, да? И стиральная машинка стоит, и унитаз, и ванна, и раковина. И можно ходить, перемещаться вполне свободно. Ох, розеточку за унитазом даже сделали, не знаю для чего. Для чего розетка за унитазом. Но тут понятно, для стиральной машинки все выводы есть, это все понятно, сливы. Но за унитазом... Ну, если, наверное, опаздываешь на работу, да, и сидишь такой, бреешься, ну, дабы время сэкономить. Электробритву врубил туда, и такой, быстрее, быстрее. Уж простите меня за мой сарказм. Так, дальше у нас по ходу движения кухня. Кухня у нас по площади 11,5 квадратных метров. Четкий квадрат. Прям вот четкий квадрат. 11,5 квадратов. Вот для гостей, для встречи гостей самое то. Вот смотрите, где стол стоит и сколько здесь еще места. Для того, чтобы здесь хозяюшка спокойно перемещалась вдоль кухни. Ну, здесь тоже кухня не бог весть какая. Я имею в виду вот эти вот шкафчики какие-то, да. Ну, не нужны, но выкинем, вывезем. А так, в принципе, на первое время можно, наверное, оставить. Холодильник тоже с барского плеча вам дарю. Вот такой щедрый, вот такой Дедушка Мороз. У нас электрическая плита. Да, не помню, про этаж говорил, не говорил. Квартира наша находится на 12 этаже. Четкая, ровная форма кухни. Мне действительно такая кухня вот прям зашла. Смотрите, сколько здесь места. Отделка, повторюсь, вся от Стелла. И двери, и линолеум. И радиаторы отопления. Давайте смотреть, какие у нас тут. Вот такие. И ширину подоконников давайте вам сразу покажу, и стен. И выйдем с вами на лоджию. Посмотрим, куда у нас, собственно говоря, лоджия-то смотрит. Она у нас смотрит куда? Ну, во-первых, Донские просторы. Вот они, жилой комплекс Донские просторы. Вот тут появится еще один дом. Вон он. Ну и хорошо, что он там появится, потому что между нами... Между нашим домом и тем домом больше ничего уже не построят, а здесь расстояние такое достаточно приличное. То есть, как бы окна в окна не будет, однозначно. Вот сюда уже дом точно не влепить будет. Поэтому нормально, сейчас уже дом обозначен, где он будет, уже в принципе видно. Расстояние достаточно немаленькое будет. Так, СКС Лада, тут какие-то краны разобранные лежат, но это бог с ним, увезут, заберут, пока стройка двигается, пока вот так, вагончики какие-то строительные, пока пейзаж, скажем так, не очень, да, не презентабельный. Но уберут когда-то однозначно, когда дома достроят, все это уберут, увезут. СКС Лада, Антонова Овсеенко, вон она, где машинки двигаются, это она.
Это все. Так, что у нас там? Ну, а там у нас уже Воронеж-Домовские дома торчат, да? Получается, Воронеж-Дом, там ДСК. Северный лес кусочек торчит уже. Ну, вот такой вот. Вот такой у нас вид с нашего 12 этажа. Повторюсь, вот эти вот строительные какие-то бочки, вот эти краны, это все увезут. Здесь все будет совершенно по-другому. И наверняка вот там какой-то дом еще вырастет. Вот я вижу, вот там дымит какой-то заводик. Наверное, кирпичный, да? Или какой-то. Ну да, наверное, кирпичный, я так подозреваю. Но он тоже не так уж и близко. Видите направление, куда у нас там дым идет, сразу вам все покажу, расскажу. И, наверное, все-таки вот там еще где-то какой-то дом, наверное, вырастет. Я вижу очертания вот там забора, куда точно дома не поставят. Это территория, наверное, вот этого завода как раз-таки вам тоже прекрасно видно. А вот до того забора еще, в принципе, один дом влепить-то можно, как бы, да? Поэтому, если что, я уже плюсы ищу, да, чтобы нам этот завод никак не мешал. Вот тот дом возьмет все на себя, он прикроет все эти... Если какие-то от завода будут, я не знаю, дым будет идти или еще что-то, я думаю, что там какой-то дом еще вырастет. Ну, а вот тут нам вид тоже не прикрывается, потому что, ну, видно уже расстояние. Видно уже расстояние, собственно говоря, до нового дома тоже не так уж и близко. Поэтому вид вполне себе. Ну, если даже здесь и дом никакой не вырастет, не построят, то я не думаю, что есть какой-то значительный вред от этого дымящего завода. Дымит он куда-то в другую сторону, и он, в принципе, не так и близко от нашего дома находится. Это я уже на опережение работаю, потому что в комментариях сейчас обязательно кто-то напишет, а что там такое дымит, что там за трубы, что там за завод, а я вам уже рассказал, что там за завод. Так, все. Донские просторы показал. Что там еще? Галактику показал. Вон она выглядывает, торчит, и туда еще идет жилой комплекс Галактика. Ну, Антонова Овсеенко тоже вам показал. Вон она. Окружная. По окружной вы можете куда хотите, в любом направлении, достаточно быстро добраться. Лоджию давайте смотреть. Вот такого плана у нас лоджия. Витражи, да? Что же это было, скажи? Витражи. Ну, я бы, наверное, еще как-то затемнил чуть-чуть, да? Тут она, в принципе, затемнена несколько, да? Здесь... Видно, синевой отдает, здесь уже обычный белый прозрачный. Правда, окошечки грязненькие, не мыли давненько их. Ну, в квартире долгое время никто не живет. Вот, но я бы еще, наверное, как-то немножко затемнил вот этот низ. Это для тех, кто любит, скажем так, да, в трусишках по дому гонять и выходить на балкон. Я бы, наверное, чуть-чуть еще подзатемнил бы. А сама лоджия по размерам вот такая. В принципе, достаточно неплохо здесь сидеть, поглядывать туда на стройку. На стройку смотреть, как там люди работают. Кухню мы с вами посмотрели. Площадь кухни, повторюсь, 11,5 квадратов, ровная квадратная. Мне определенно нравится этот квадрат. Дальше с вами двигаемся. Осталась у нас комната. А комната у нас по площади, как вы думаете, сколько? Света здесь маловато, одна лампочка только горит. Повторюсь, в квартире долгое время никто не живет. Комната у нас 21,5 квадратных метра. Вот эти все мебеля тоже, если нужно, мы вам готовы оставить. И вот это кресло, и вот этот вот диванчик. И вон там какая-то тумбочка или столик, что-то непонятное, столик, наверное. И вон та вон стеночка. 21,5 квадрат площадь комнаты. А что, классные размеры? 21,5. Кстати, эту комнату можно раззонировать, если у вас есть желание, площадь позволяет. То есть здесь можно сделать... Допустим, вот здесь с правой стороны какую-то спальную зону можно сделать. Ну, если эту стеночку куда-то убрать, да? Здесь сделать по правой стороне спальную зону, а здесь зону бодрствования, смотрения телевизора. Как я коряво говорю, а? Смотрение.
Но вы меня поняли. 21,5 квадрат площадь нашей комнаты позволяет ее раззонировать. Повторюсь, мебель, если что-то нужно, да, мебель, телевизор, холодильник, стиральная машинка, вот этот вот диванчик, кресло, вот это все мы вам можем оставить, все входит в стоимость нашей квартиры. Дарю. Если вы являетесь продавцом недвижимости в Воронеже или ближайшем пригороде и хотите, чтобы ваша недвижимость попала на наш канал, звоните 8-920-22-99-356. Расскажем об условиях сотрудничества. Улица Независимости, 55/1, жилой комплекс Каштановый, 8-й этаж у нас в 12-этажной секции. Общая площадь квартиры 42,5 квадратных метра. Повторюсь, вот если что-то нужно из этой мебели, мы готовы вам оставить из мебели, из бытовой техники, если что-то нужно. Это все входит в стоимость квартиры, дополнительно нам доплачивать ничего не нужно. По коммуналке, друзья, уточняйте у специалиста. Ее контакты, как обычно, есть под этим видео. А по стоимости могу сказать, что цена нашей квартиры ровно 3 миллиона рублей. 3 миллиона 42,5 квадрата. Дому, по-моему, 5, если не ошибаюсь, лет. На мой взгляд, цена вполне себе адекватна для нынешнего рынка недвижимости, для нынешних цен, да, на уровне нынешних цен. Поэтому, если вас этот вариант заинтересовал, пишите на контакты, пишите, звоните на контакт специалиста, который вы найдете под этим видео. Она с удовольствием вам эту квартиру покажет. 3 миллиона рублей, дому 5 лет, 42,5 квадрат, 8 этаж 12-этажного дома. Жилой комплекс «Каштановый», застройщик «Стелл». Приглашаю к сотрудничеству всех продавцов недвижимости и ближайшего пригорода. Если хотите видеть обзор на нашем канале, звоните 8-920-22-99-356, ну, либо пишите на WhatsApp, на Viber, к этому номеру тоже привязаны. Расскажу вам о условиях сотрудничества. И также приглашаю всех покупателей к сотрудничеству. Если вам необходима услуга по поиску квартиры, проверке на юридическую чистоту и проведению сделки купли-продажи, если эта квартира вам не подошла, если вы рассматриваете несколько другое жилье для себя, обращайтесь, анкета, заявка также есть под этим видео. Заполняйте, и наш специалист с вами свяжется в самое ближайшее время. Сейчас у нас действует акция «Осенний марафон» до 1 декабря. Стоимость услуги 30 тысяч рублей. В услугу входит поиск квартиры, проверка на юридическую чистоту и проведение сделки купли-продажи. Акция до 1 декабря. Потом стоимость услуги будет дороже. Все, друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения. К этому объекту недвижимости присмотритесь. Вариант действительно интересный. Даже с учетом того, что да, как какую-то отделку свою вам придется делать, потому что отделка от Стелла, ну, сами понимаете, это отделка от Стелла. Ну и как бы время подошло, да, и обойки переклеить, линолеум, вроде бы все нормально, все в порядке, но, может быть, захотите потолочки натянуть. Тут уж. А, ну и в санузле, конечно, плиточку положить-то как бы надо будет, потому что там покраска. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Присмотритесь, повторяю, вариант интересный, стоящий. Все, друзья, пока.